В Мирном очередной дом, возведенный для переселенцев из ветхого и аварийного жилья, готовят к приему новых хозяев, однако этого счастливого момента ждать еще около месяца. Подрядчик затянул со сроками. Компания должна была сдать дом аккурат к Новому году, но работа там идет до сих пор. Объект посетили специалисты городской администрации Мирного для контроля качества отделки внутренних помещений и фасада здания. Сюжет Роман Муконина. Новая девятиэтажка в самом центре Мирного. Специалисты городской администрации внимательно осматривают все недоделки и просчеты в работе строителей. Проверяя квартиру за квартирой, ответственные работники фиксируют каждую мелочь. Делать это приходится вынужденно. Строительная компания «Строймонтаж-2002» в очередной раз не успела в сроки. Теперь за каждый день просрочки им насчитывается пеня, согласно договору. Устранив все замечания городской администрации, застройщику придется иметь дело с жильцами. Собственники квартир также могут предъявить претензии к застройщику, если в их жилье будут найдены недочеты. Когда мы принимали вводили трехэтажные дома, то граждане при акте приема передачи могли отразить свои замечания по недоделкам строительной компании. И данные эти замечания потом в дальнейшем отрабатываются. МКУ ЖКХ очень скрупулезно подходит к принятию работ, и поэтому при выявленных замечаниях они будут устранены. К слову сказать, недочетов найдено немного, и они незначительны. Квартиры здесь в нескольких исполнениях – одна-, двух- и трехкомнатные. Электросчетчики по просьбе энергосбыта убраны из квартир и вынесены в общий коридор. Везде установлены светильники с датчиками движения. Помещения просторные и очень теплые, что в наших краях имеет решающее значение. Вы сами сейчас вот увидели, что он теплый. По теплоснабжению у нас от существующих магистральных сетей мы точку подключения получили. Предприятие теплоснабжения рассчитали стоимость этих работ, перекладку. То есть произведена перекладка существующих сетей, чуть-чуть увеличен диаметр. И проблем с теплоснабжением, с водоснабжением этого дома не будет. Давление очень хорошее в сетях водоснабжения. Сами видели, трогали радиаторы отопления, они тоже очень горячие. А сегодня у нас на улице 30 градусов, при этом дом совершенно, вот можно сказать, душный, очень теплый. В следующем году администрация Мирного планирует продолжить строительство домов на улице Амосова. Новое трехэтажное строение появится в 2018-м, продолжив ряд уже существующих, возведенных также по программе переселения совсем недавно. Благодаря этому в квартале скоро исчезнут все ветхие деревянные дома времен первых алмазодобытчиков. Роман Муконин, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край».